Воронеже. Маски революции. Воронежские жители. Вот наш экскурсовод в центре. Дама эффектная, шагает смело. Куда она нас сегодня приведет? 1586. Ставят крепость на месте главного корпуса ВВ. Крепость у нас какая? Два кольца. Город, крепостные стены. И еще крепостные стены, кольцо, острог. К этим двум кольцам сразу лепятся слободы. Дом построила крестьянка. Крестьянка Земского. Еще к очередному дому интересному подходим. Наверное, сейчас нам что-то расскажут. Всегда самое драное окошко, чтобы торжественно сказать, этот дом жемчужина Большой Дворянской. Пойдемте во двор. Жемчужина Большой Дворянской. А Большой Дворянской улица называется нынешний проспект Революции. Почему жемчужина? Потому что самый старый. Это аж 18 век, конец 18 века. И не просто дом, а дом княжеский. И не просто княжеский, а князя Волконского. Не буду. Скажу только коротко. История-то, в общем-то, простая. Семья приехала в Воронеж. Учить ребенка старшего, вот решили в Воронеже пожить. Родили тут ребеночка. Уехали, а нашему городу, видите, какая слава. К счастью, открылся музей. Дверь, которая 100 с лишним лет, сказали. Дверь в стиле модерн. Петровский делал в модерне. Не инженеры, не почтовым ящиком. Что там видно? И лесенка на месте. Она такая простая, деревянная, тоненькая по лесенке. Я тоже хочу лесенку глянуть. Деревянная, настоящая. Смотрите, как тут было, пока не было железной дороги. Вот тут ровненько, плоско, заканчивается город, начинает Троицкая слобода, там она пораньше начинается, а сюда Девичок вот так вот выходит языком. Вот, то есть гладенько, ровненько, железно, кого-то из железной дороги. Вы спросите, как в нем жить сейчас? Подписчик нашей группы недавно в нем купил квартиру. Улочки узкие. Улица Максима Горького в центре. И вот мы с вами смотрите на улице до регулярной планировки. Что это такое? Центр города. Это широкие струны, прямые улицы. Все замечательно, перпендикулярно, четко. А вот здесь и туда дальше на низах, как ручейки текли, так ведь дома и строили. Вот. Центр города нам спланировали очень интересно. В 1773 году город сильно сгорел. Прям вот сильно. Сильно, очередной раз сильно сгорел. И отправили бумажечку в Санкт-Петербург. И там архитектор Иван Старов на чистом листе нам нарисовал Воронеж, не приезжая в город. Прелесть какая. В 1906 году Дорохин строил дом. Тут застройки не было. Вообще здесь было очень больно. Вот так дом, вот так дом. Там. Дом Пушкина. По улице Целинной. Начало, скорее всего, 20-го. Посмотрите, что здесь. Во-первых, провалили разрушение. Вот
это дом интересный. Это 19 век. Это дом госпожи Пресняковой. То есть даже вон это дом. Почему? Потому что рынок вот этот у стен Покровского девичьего монастыря. Нам сказали, приготовьтесь идти по старинной мостовой. Вот она. Старинная мостовая, да? Блин. Интересно, откуда привозили? Самая длинная, наверное, мощеная улица из оставшихся. Какой? Внезапно, да, встретившись. Ага. Тут жил директор краеведческого музея Соловьев. Ага. И свой дом поставил на охрану. Сейчас живет его супруга. Как-то нам открывала окна, у нее вот вот люстра, розетки. Потому что слобода. Девчонки, за которые его и есть любители Мандельштама. Мы живем под собою, не чуя страны. Наши речи за 10 шагов не слышны. А где хватит до полразговорца, там припомнит кремлёвского горца. Будешь дальше читать, Миша. Его толстые пальцы, как человек, а слова, как художник, не доверны. Ну что, возвращаемся, уже темно. Погуляли. Мостик, кстати. Ну, как экскурсия тебе?